Опять эта карта. Это что, прикол? А у нас на откат ничего. И что делать будем? Негодяйство. О! Да ладно. Я думал, здесь чувак, кто-то генчик заводил же. Ну блин, мне гидончик нет, вот RPG дайте. Не знаю, как сейчас здесь переигрывать их, если честно. Очень много палет. Билд под это не подстроен на этой карте. Ну, мы можем типа за раз все зарешать с одним этим. Ля быстрый чувачок. Нормально замело, да? Сюда. Говорю, сейчас все будет. А ты что не спрыгнула? Спрыгивай давай, молодец. Негодяйство. Есть маленькая особенность, которую хочу рассказать. Перк фанатения работает ровно до половины. Если что. После половины на сурвах уже пропадает уязвимость. Здравствуй, друг. Так. Кипиш начали устраивать. Так. Полетели. Все, ты отсюда не уйдешь. За спинку, так сказать. Угу. Так.
Там еще генчик чинит, но на тот плевать. Ну, типа, в последнюю очередь можно на него идти. Сюда иди, Драгуш. Ага. Слушай, ну я не знаю, не, сушка. Просто сушка. Не, без шансов здесь. Ну это подставилось, пойдет. Нам зайку нужно было здесь зажимать, но я побоялся, что... А, это Клода. Но Клода тоже нужно зажимать. Иди гуляй. Ага. Пронесем ее везде. Ну и чё ты чинишь? Хорошо. Ну дочинит. Я думаю, минус 2 с таким билдом это уже шикарный результат. Давай за ней. Гиги. Так. Чисто фанатение все еще в мете. Не всегда от замедла отыгрывал, но, блин, не знаю, отыгрывал чисто на победку. Старался, старался. Так. Слушай, 164 тысячи. Давай.